Орловской областью Республика Беларусь наметили ряд совместных проектов. Планы были обозначены в рамках недавнего визита в республику нашей делегации, которую возглавлял губернатор Вадим Потомский. Председатель Совета территориального инновационного кластера навигационно-телематических геоинформационных систем Александр Семкин рассказал журналистам о проектах, которые намечены орловчанами и белорусами. На сегодня согласовано 5 практических таких программ, которые мы начинаем реализацию уже в этом году. Это создание пилотной зоны на территории Орловской области с участием нашего Орловского государственного университета, аграрного университета и Мценского аграрного техникума. Пилотная зона по высокоточному сельскохозяйственному земледелию. Перспективные совместные проекты с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. По словам Александра Семкина, среди возможных точек взаимодействия – разработка и производство навигационно-измерительного оборудования, систем контроля топлива, в том числе и для железнодорожного транспорта.